Уважаемый Саша Владимирович, очень рад вас видеть. У нас в этом году мы отмечаем хорошие даты в рамках нашего взаимодействия. И вот 25 лет было установление дипломатических отношений. И вот через несколько дней, 29 августа, будет 20 лет со дня подписания нашего ключевого договора о дружбе, стратегическом сотрудничестве. За это время отношения между Арменией и Россией самым серьезным образом укрепились, как между суверенными государствами. У нас интенсивный поддерживается политический диалог, сотрудничество идет на двусторонней основе в сфере экономики, в сфере безопасности, военного дела. Мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций и наших интеграционных объединений. Я очень рад вас видеть для того, чтобы поговорить по всему комплексу этих проблем. Спасибо, Владимир Владимирович. Большое спасибо. Я очень рад нашей очередной встрече и спасибо за приглашение. На самом деле мы через несколько дней отметим 20-летие подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. И последующие годы стали интенсивным периодом наших межгосударственных отношений. Армяно-российские стратегические союзнические отношения выделяются интенсивным диалогом постоянным на высшем уровне, широкой внешнеполитической координацией, конструктивным сотрудничеством на международных и региональных площадках, плодотворным сотрудничеством в области безопасности, войны и военно-технических сферах. Интенсивно развиваются наши торгово-экономические отношения. В прошлом году мы имели 15% рост нашего товарооборота, а за 6 месяцев почти 24% прироста. Постоянная связь между правительствами и парламентами наших стран, и постоянно развивается межрегиональное сотрудничество и сотрудничество в гуманитарной сфере. Этому всему, конечно, способствуют постоянные визиты на высших и высоких уровнях. В этом году в Армении побывали председатель Думы Российской Федерации, секретарь Совета Безопасности. Я был официальным визитом в Москве, наш председатель парламента, премьер-министр. Мы ждем осенью премьер-министра России в Армении, министра иностранных дел, министра Мантурова в составе большой делегации предпринимателей и госуправленцев в рамках второго международного форума по евразийскому сотрудничеству. Буквально на днях состоится заседание трех важнейших двусторонних комиссий по военно-техническому сотрудничеству, по торгово-экономическому и по парламентскому сотрудничеству. И осенью в России пройдут Дни Армении. Очень важно, что мероприятия, которые будут проведены в рамках этих дней, не ограничиваются географией, только в столице российской эти мероприятия пройдут в 12 городах России. Хочу еще поблагодарить Владимира за оказание помощи в тушении лесных пожаров. Еще раз спасибо за приглашение, за теплый прием. Спасибо большое.